Обстановка Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки обострилась. Украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня. С позиции 53-й отдельной механизированной бригады обстрелу из 120 и 82 миллиметровых минометов подвергся населенный пункт Зайцево и аэропорт города Донецка. Обстрелу из стрелкового оружия подвергся населенный пункт Спартак. По данным нашей разведки, в населенном пункте Белозерская, в 6 километрах от линии соприкосновения, на территории завода «Золотой колодец» установлено местонахождение личного состава и специального подразделения МВД Украины под названием «Винница», основной функцией которой является разгон демонстраций. Северо-восточный населенный пункт Дружковка, 40 километров от линии соприкосновения, на территории карьера рудоуправления создан полигон, на котором ежедневно проводятся артиллерийские стрельбы. В населенном пункте Мирная, в 11 километрах от линии соприкосновения, представителями ДУК «Правый сектор» проводилась агитация населения за вступление в ряды их партии и батальоны. Также было озвучено, что «Правый сектор» выступает за свержение Порошенко и возобновление боевых действий на Донбассе. Миссия ОБСЕ подвела некоторые итоги мониторинга наличия отведенного вооружения сторон. Так, с июня 2015 года по настоящее время в местах хранения вооружения украинской стороны было зафиксировано отсутствие 18 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» калибром 100 мм, 4 самоходные гаубицы «Гвоздика» 2С1 калибром 122 мм, 4 буксируемых орудия 2А-36 «Гиацинт» Б-152 мм и 5 самоходных гаубиц 2С3 «Акация» 152 мм. Тем самым еще раз подтверждается факт, что через подконтрольные украинские СМИ руководство вводит в заблуждение не только мировое сообщество в плане соблюдения ими Минских соглашений, но и заставляет всех поверить, что вооруженные силы Донецкой Народной Республики будут вести наступательные действия с применением танков, тем самым выставляя нас агрессорами, а не людьми, которые хотят решить проблему мирным путем.